Благотворительный фонд сделал замечательный подарок Актюбинскому перинатальному центру. Благодаря ретинальной камере теперь стало возможным раннее обнаружение проблем со зрением у недоношенных новорожденных детей. Это не первая благотворительная акция фонда «Айала». Такое оборудование получили несколько регионов страны. Был кондрова, бізге деген «Айала» фонда сыйлады. Был кондрова арқылы біз баланың көзін ішіндегі сетчатканы полностью тамырлары не істеп жатыр, қалай болып жатыр. Сол үшін диагностика жасалу үшін өте көмегі зор. О всех преимуществах инновационной камеры знает врач-офтальмолог Камшат Мешитбаева. Ведь с помощью этого устройства можно проверить зрение малыша даже на 21-е сутки с момента рождения. Благодаря современному оборудованию можно выявить все патологии зрения даже у недоношенного новорожденного на ранней стадии беременности. Устройство передано областному перинатальному центру благотворительным фондом «Айала» при поддержке «Халыкбанк». Ретинопатия помогает врачу предпринять правильные действия и спасти детей. На оборудовании в течение года будет осматриваться порядка 450 недоношенных новорожденных детей. И при необходимости им всем в областном перинатальном центре будет оказана своевременная помощь. Так что мамы в Актюбинской области могут быть совершенно спокойны. Офтальмологический лазер и непрямой офтальмоскоп также были переданы в центр фонда «Айала». Если раньше у недоношенных детей диагностировали ретинопатию в других городах, то сейчас в этом нет необходимости. Все лечение делают в Актюбинской области. Бұрын біз балаларымызды, яғни Алматы, Астана қалаларының орталықтарына жіберетін болсақ, операция жасау үшін. Қазіргі таңда бұл мүмкіндік өзіміздің орталықта жасауға мүмкіншілік осындай беріліп отыр. Сол үшін біздер Айала қорының өкілдеріне, Халық банкі өкілдеріне көптен көп рахмет айтамыз, алғысымызды білдіреміз. Осындай біздің нәрестелерге мүмкіншілік туғызып жатқандарыңызға. В Актобе ежегодно рождается около 20 тысяч детей, из которых у более 450 диагностируют глазную ретинопатию. А теперь, благодаря этим новым и современным устройствам, появилась возможность проводить офтальмологический скрининг и лазерную коагуляцию сетчатки глаз на ранней стадии. С помощью этого оборудования родители также могут видеть, как проходит диагностика и лечение ребенка. За 5 лет сотрудничества с фондом «Айала», банком с поддержки фонда «Айала» было приобретено медицинское оборудование на сумму 125 миллионов. И сегодня был реализован еще один вот важный проект, свидетелем которого мы стали. Это приобретение ретинальной камеры. И мы очень рады, что именно честь выпала для нашего города. Проект благотворительного фонда «Айала. Я вижу мир» охватил 17 медицинских учреждений из 14 городов страны. За 3 года реализации проекта было диагностировано 4500 недоношенных детей. Снижена инвалидность на 0,6%. 350 детям медики сохранили зрение. И это хороший показатель. Алия Жамитова, Азельхан Уахитов, Атамикен Бизнес, Актюбинская область.